Всем привет, дорогие друзья, пока рынок у нас флетится, мы продолжаем набирать правильные проекты, и сегодня мы с вами поговорим о токене Cake. В данном видео мы разберем проект PancakeSwap. Что это за проект такой и почему данная DEX-биржа имеет огромный потенциал? Сегодня я вам расскажу. Ну а перед началом данного видео не забывайте поддерживать его лайком и подпиской на канал, если вы еще этого не сделали. И давайте сразу переходить к делу. Дорогие друзья, проект PancakeSwap работает до сих пор. В принципе, все стабильно на смарт-контрактах держится. И по факту данный токен сейчас недооценен. На прошлом бычьем рынке на пиках данный токен стоил $46. Сейчас же цена скатилась до $1.60. А на минуточку это отметки медвежьего рынка. Да, на медвежке мы откупали кейк тоже. И уже забрали 5 иксов на данном росте. Сейчас же отличное время для накопления. Кейк – это один из проектов, который я сейчас откупаю. Я знаю, что цикл еще не закончен. Биткоин себя еще не проявил. Находимся мы сейчас, дорогие друзья, примерно где-то здесь. Да, в середине цикла. Импульсного роста у нас еще не было. Поэтому после выбривания толпы мы обязательно пойдем выше. За биткоином потянется и альта. Да, альта себя еще вообще не показала. Тот же кейк выдал всего 5 иксов. На этом все. Это называется нераскрытый потенциал. Нормального роста еще не было. И на бычьем рынке я жду как минимум 20 баксов касаемо данного токена. Дальше уже будем смотреть. Пока толпа выбривается на фьючах и подготавливается бэкграунд для пампа, мы с вами набираем правильные проекты. На своем канале я планирую разобрать максимальное количество правильных проектов, которые заслуживают внимания. Сколько успею, столько покажу. Пока не начнется рост, мы с вами будем разбирать сильные проекты. Да, возможно, отскоки начнутся уже очень скоро. Поэтому по ходу снижения я рекомендую выкупать. Сам проект PancakeSwap позволяет покупать криптовалюту напрямую со своего кошелька с помощью смарт-контрактов. Не нужно хранить деньги на бирже. Все максимально просто. Если вы заинтересованы в безопасности, то DEX-ы для вас. И PancakeSwap это основоположник DEX-ов. В данный проект лично я верю. И я считаю, что токен данного проекта будет запамплен. Фундаментал это Грааль. Когда хомяков погонят в фундаментал, они будут есть все, что дадут. Наша цель – набрать заранее. Спот – это Грааль. Со спота вас никак не выгонят, если вы сами не отдадите свои монеты. Просто халдите. Просто набирайте. Откупайте фундаментальные проекты прямо сейчас. Покупайте то, что хорошо скорректировалось. И в конце данного цикла вы окажетесь победителями. На данном этапе я набираю. Если вы хотите знать, что за монеты сейчас я откупаю, если вы хотите знать, в каких процентных соотношениях я набираю ту или иную монету, если вы хотите откупать вместе со мной по своевременным рекомендациям, то вы можете присоединиться в закрытое комьюнити. Здесь я делюсь своими покупками и продажами. Как только я что-то покупаю, я сразу отписываю здесь. Здесь есть мой портфель. Все расписано по процентам. Если вы хотите саккумулировать правильный портфель прямо сейчас, то вы можете присоединиться, пока набор открыт. Помимо сигналов, вы получите также и полное обучение. 5 закрытых курсов. И с набором правильных знаний вы будете двигаться вместе со мной и с моей командой. Кому интересно, присоединяйтесь. Ссылка есть в описании. Касаемо биткоина, цикл еще не закончен. Учитывайте данный фактор. Не просто так я показываю вам данный индикатор. Питсайкл топ еще ни разу не ошибался. Пока две линии не пересекутся, цикл не закончен. Находимся мы сейчас примерно где-то здесь. Или же здесь. Паттерны чередуются и масштабируются. Ничего сверхъестественного здесь нет. Набираю лично я до альткоин сезона. На росте покупать я уже не буду. Пока возможности есть, я откупаю. На медвежке я делал то же самое. И как видите, я не прогадал. Просмотров на ютубе не так уж и много. И это плюс. Набирать сейчас никто не хочет. Толпа уже развернулась и уходит. Мы же в это время набираем.
Мы используем текущие возможности. Мы с вами не идиоты. Мы с вами неведомое стадо, которое доверяет новостям. На данном этапе хайпа на рынке нет. И это наш шанс зайти раньше других. На сегодня у меня все. Желаю всем удачи, всего хорошего. И всем пока, друзья!